Часто время вообще играет не в пользу пациентов. Врачи это понимают как никто другой. Именно поэтому провели первую в регионе телеконсультацию между детскими больницами. Пилотный сеанс связи состоялся с Братском. По эту сторону экрана были иркутские доктора. Поводом для видеоконсилиума стало тяжелое заболевание легких и сосудов у ребенка. Ну а если счет идет не на дни или часы, а на минуты, то не обойтись без скорой. И теперь у бригад врачей и фельдшеров региона будут все шансы добраться до пациента гораздо быстрее. Автопарки пополнят новые машины. Сразу 192 микроавтобуса отправятся по больницам и станциям скорой помощи. В каждой машине есть все необходимое. Аппарат искусственной вентиляции легких, ингаляторы, носилки, шины и фельдшерские наборы. Кстати, именно такое количество автомобилей закуплено не случайно. В конце прошлого года Минздрав сообщил, службе скорой помощи региона для обновления парка нужно 192 машины. Стоят они больше 280 миллионов рублей. Тогда было неясно, найдутся ли в бюджете региона такие деньги. Нашлись. В итоге 75 автомобилей уже прибыли до конца этого года, остальные встанут на баланс скорой помощи области.